Ребята, всем привет! У меня посылочка. Пришла мне посылочка от моего доброго друга из Великобритании, от Михаила. Михаил, дружище, благодарю тебя сердечно, от души, очень и очень приятно. А в этой посылочке дегустационные бокалы Глинкёрны. Так, сейчас мы тут все это дело вскроем. Вот вскрываю прям при вас на камеру. Тут должно быть, насколько я помню, 6 бокалов. Официальные бокалы для дегустации виски. Вот они. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть бокалов и еще для них крышечки. Тоже 6 штук. Крышечки вот такие. Такие крышечки. 6 штук тоже. Так. А крышка для чего нужна? Это мы когда выпили, там остаточное остается, чтобы закрыть и потом понюхать, как это все пахнет, какой аромат. Так, ну, пока что, как я вижу, все дошло в целости и сохранности. Ну, тут пупырки куча. Меньше, чем за 2 недели пришло. За 11 или за 12 дней. Вон там куча пупырки, ребят. За 11 или 12 дней, представляете? Из Великобритании. Тут бывает по месту, почту. Не дождешься. Так, как оно тут все? Закрыто так, запечатано. Вот они, красавцы. Вот написано на днище. Глинкёрн. Еще чего-то по-английски. Ох, красота. Вот это красота. Так, ну, коробочки, в принципе, мне не нужны. Будем их выбрасывать. Главное проверить, чтобы все было целое. Ох, Михаил, ну красава, красава. А Михаил мне уже присылал бокалы. А это, знаете как, для чего? Для того, чтобы дегустировать несколько, ну, к примеру, настоек сразу, да, налил сразу по бокалам, вот. Одну ты дегустируешь, остальные стоят, дышат, отдыхают. И также, чтобы проводить дегустации с друзьями. Ну что ж, пока что все в целости и сохранности, как я вижу. Оп. Так, ну все, да. Отлично, все цело. Все цело. Красота. Нет слов, одни эмоции. Я сейчас, кстати, уже приготовил. У меня там он закусочка. И сейчас буду как раз вот эти бокальчики пойду помою. И как раз буду дегустировать. У меня на дегустации будет 5 разных настоек. А, так, а это где они были куплены? www.whiskyglass.com. Вот она такая. Такая красотища. Ну что, друзья мои, все, не буду затягивать видос. Михаил,
Еще раз от души тебе огромная благодарность, просто жму руку. Спасибо. Очень приятно, честно, очень приятно. Ну все, пойду заниматься уже дегустацией. Все, ребята, всем пока. Быть добру, два пальца вверх.